Сходила сегодня я на рынок и вот купила пряжу. Тут плохо видно здесь. Не знаю, видно хорошо или нет цвет. Вот этот очень красивый, такой насыщенный джинсовый. Именно джинсовый цвет. Вот на видео, по-моему, меняется немножко цвет. Но прям мне очень понравился этот цвет. Я его взяла тройку. Что я буду из нее вязать? Думаю, сыну буду жакет вязать. У меня два сына. И мне приходится им постоянно что-нибудь вязать. Им, кстати, очень нравится. Даже из этой пряжи. Потом взяла вот такой сиреневый, красивый тоже цвет. А из нее буду вязать шаль. Пока буду рисунок подбирать, не знаю. Не хочется вязать все время один и тот же рисуночек. Подберу какой-нибудь. Потом вам покажу, какую шаль буду вязать. Обычно на шаль у нас уходит 600 грамм. Вот я взяла 3 мотка. Всегда хватает, вот 3 моточка всегда на одну шаль хватает, такую хорошую шаль. А на жакет взяла, сколько, 1, 2, 3, 4, 5, не знаю, хватит, нет, мне кажется, хватит, но может даже с остатком 5 мотков. Вот у той девушки, которой я подходила вот в прошлом видео, я не стала в этот раз записывать, потому что была не одна. А когда не одна, немножко нервничаю и не могу записывать видео. Но сегодня прям очень много народу было. Вот моя команда кушает. Бася? Да, Баська? Что? Ой, вредина. Это сразу на него рычать начинает. Бася, ты моя кися. Ты мой красавец? Да? Что ты хочешь? Чё? Ты мой красавчик. Иди сюда, давай погладимся. Бась, иди сюда. Давай. Погладимся немножко. Ой, растянулся. Растянулся. Ты мой красавчик. Ой, красавец. Лиска не подходит. Вот когда я его начинаю гладить, она, по-моему, ревнует. Прям сильно ревнует. Вы мои красавцы. Что? Что? Я знаю, что ты красавец. Я знаю, что ты красавчик. И чё? А? Ой, на ручки просится. Так как растянется, как червяк. Длиннючий. Вот смотрите, он мне прямо же до этого, до талии достает, когда... Хотя у меня талии нету. Ничего. Занималась закрутками. Да, Лиска, да, я поняла, что ты хочешь мне что-то сказать. Понакрутила. Вот это у меня помидоры в томатном соке. Тоже помидоры. Вот это вот, помните, мы баклажаны делали? Именно заправку я взяла, острую сделала и закрутила отдельно. Баклажаны я заморозила, буду размораживать, а потом мешать вот с этим. И будет хорошо. Вот здесь вот у меня огурцы в томатном соке. Здесь вот еще что закрутила. Приправку острую. Я вообще очень люблю острое. Здесь у меня перцы. Просто перекрутила, сварила и закрутила. В общем, ничего сложного нет. Показывать не стала. Многие, наверное, знают, как это делать. Видите, вот пошла сегодня на рынке. Купила домашние помидоры. Они немножко зеленоватые. Будут дозревать. И так кушать. И вот мои заготовки. В этом году много не делаю, потому что нас двое, намного и не надо, в принципе. Помидорчики, огурчики. Иногда ленюсь, лентяйка бываю. Ну все, вот в этом году позакрутила. Я вообще сама себе удивляюсь. Раньше, как я могла по 80 банок закручивать, сейчас видно, все-таки возраст не тот. Тут по два каждый день закручиваю, чтобы сильно не нагружаться. Бася теперь сидит и ждет, когда я его поглажу, да, Бася? Баська, ты хочешь, чтобы я тебя погладила, да? Да, мой хороший. И красавчик. Надо его вычесать. Ой, сейчас же шваркнешься со стула. Опять у него волосы полезли. Это сын купил перчатку такую специальную. Так удобно. А ему как... О, пришла вот злюка. Злюка пришла. Лиська, ну что ты такая вредина?
Личка моя красавица. Ну-ка, не кусайся, а этот кусает. Ты моя девочка, моя красавица, моя куколка. Да, Личка? Ой, это мне тоже надо лапы, меня трогает. Погладит, говорит меня. Рюнги. Личка, Алиска, ты моя девочка, ты моя красавица. Вредно. Ну, чё она на него такая вредная? Ну, ведь выкормила же его, и все равно на него вот такая злюка. Ну, Лиська, ну, чё ты такая злюка? Моя красотка. Хорошая, умная девочка, ну. Вот это вот у него последнее время вредности какие-то пошли. Ты ж его вылизывала, кормила. Чего ж ты на него так наезжать стала? Ах, вот так вот. Так вот мы и живем. Ругаемся, миримся, да? Ласкаемся. Ну и все. В общем, я все-таки решилась и купила себе этот крючок дорогущий. Жду, когда придет, буду записывать видео. Так что до скорой встречи. Обязательно видео от меня будет вам. Буду ждать вас на моем канале. Что ты хочешь, Вась? Куда ты хочешь? Это он так на улицу просится. Да? Тебе открыть надо, да? Кишка тонкая. Ну хорошо, давай. Иди. Дальше, подожди. Открою. Все, рвану. Куда мы пойдем, Вась? Васька. Ну, Алиска вперед побежала. Пошла мусор собирать с улицы. Грязный, да? Там пылесосит. Вась насторожился. Соседи пылесос работают. Все, пошел. Куда-то. Приключений искать. Ну, ты моя девочка, моя красавица. Лиська. Ладно, пусть идут. Погуляют, придут, будут под дверями орать.